У Сами одна большая проблема в жизни. Он ипохондрик и панически боится за свое здоровье. Вернера Джонсона? Где вы этого нахватались? В энциклопедии. Поздравляю, вы добрались уже до буквы «Б». Доктор, я начал забывать имена. Даже близкие друзья. Знаю, вы уже говорили. Говорил? Вот видите, уже не помню. У Патрика тоже большая проблема. Сами. Когда-то в детстве Сами спас ему жизнь. С тех пор Патрик не может отказать ему в своей дружбе. Мне осталось не больше 3 месяца. Замечательно. Вот что, дружище, я сейчас не могу говорить. Давай увидимся на выходных. Будь здоров! И тут вдруг Сами заявляет, что смертельно болен и собирается отправиться в путешествие, но категорически отказывается ехать без Патрика. Светит ли Сами чудесное исцеление, узнаем в пятницу вечером. Французская комедия «Кактус» на телеканале «Самара ГИС».